телефон, алло. Как ну алло, работает, алло, ну Петя, обижаешь ты. Подожди, я должен сюда смотреть. Хорошая камера. Так, понимаете, знаете, я вам скажу одно. Непривычно, да? Непривычно, да. Ну а что делать? Внимание! Говорит и показывает Москва. Работают все центральные каналы телевидения. Смотрите и слушайте Москву. The music just turns me on. Заза, Наполе. Это будет охуенно. Вот. И а где аплодисменты? А что, не работает? Ну, это лучше, наверное. Да не выключайте вы свет, но не видно же. Как день пустой, царь женился на другой. Правду молвить молодица уж и впрямь была царица. Высока, стройна, бела и умом, и всем взяла. Но зато горда, сварлива, своенравна и ревнива. Ей в преданное дано было зеркальце одно. С ним одним она была добродушна и мила. С ним приветливо шутила и, красуясь, говорила. Свет! Свет, мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее? Ей же зеркальце в ответ. Ты прекрасна! Нет, ты, царица, всех милее, всех румяней и белее. Тут царица улыбнулась, жемчугами встрепенулась, будто пава расцвела и, красуясь, в пляс пошла. Свет, мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи. Я ль на свете всех милее, всех румяней и белее? Ей же зеркальце в ответ. Ты прекрасна, спору нет, но живет без всякой славы средь зеленой дубравы у семи богатырей, там, что все ж тебя милей. Ах, ты мерзкое стекло, это врешь ты мне назло. Я на свете всех милее, всех румяне и белее.
Я считаю, что сегодня... Я считаю, что сегодня этот вечер не должен быть забыт никем, никогда и ни за что. Сегодня, как говорится по сказкам, родила царица в ночь... Не то. Неправда. Не то сына, не то дочь, не лягушку, не зверушку. Ребята, для всех нас охуительную подружку. Поэтому, знаете, сказки, сказки сказками, но пыль пылью. И сидит же здесь без костюма, это гадина. В костюме мыльного пузыря снимает все на свое видео, выложит на свой дешевый канал и будет деньги зарабатывать за счет дня рождения другого человека. Позорище! Ну какие там деньги, там 4 подписчика, мы с тобой, да и еще там где будет подписчик. Ты знаешь, другие дни рождения снимают на другую аппаратуру, а это на Nokia 6400. Зачем тратить пленку? Ребят, давайте на голову бокалы. Серьезно, давайте повеселее. Я не хочу сегодня превращать этот маленький праздничный концерт в колонный зал Дома Союза. Приемную комиссию из Гнесинки. Я хочу, чтобы сегодня... Да, все было... Давайте, у кого нет, говорите, я даже официанткой поработаю. Мой дорогой, за тебя. Ты знаешь, бывает у каждого человека, как зебра, белые полосы, черные полосы. Я считаю, что твоя жизнь должна быть... бело-серой, черного никогда, ни за что, если чуть-чуть только в одежде, и то это для моды. Поэтому пусть твоя жизнь будет полной, яркой, незабываемой. Друзья мои, поддержим аплодисментами. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, всем и пёс Александр, happy birthday to you. Любое зло, оно есть в каждом из нас, ну чуть-чуть. Мама, если б не было зла и слишком все белое, это тоже неинтересно. Тебе нос, блядь, овца ломали 8 раз. Не потому, что ты добрая русалка. В любой сказке всегда бывает добро и зло. Ну вы помните, да? Что добро, секс, любовь всегда зло побеждает. Поэтому давайте зло выйдет, а мы его закидаем стаканами, стульями. И пусть она больше никогда не вернется в Санкт-Петербург, а будет похоронена алкоголь здесь. Алкоголь тоже зло? Нет. Тогда давай его выпьем до дна. Алкоголь – это эликсир, это волшебный напиток, который позволит каждому присутствующему эльфу, королеве, богине, звездочке, фее, грезе, музе жить долго и счастливо. Друзья мои, за вас и за нашего Сашку! Гип-гип! Встречайте! Стелла Дива Фокс! Горбоноса и Ариэль ушла. I just love myself, bitch!
Owns the throne. Стелла Дива Фокс, друзья мои! Злая, мерзкая, чудовищная королева, которая прилетела из города Санкт-Петербурга, чтобы поздравить сегодня нашего именинника. Я считаю, что зло прилетело, и оно должно улететь. И несмотря на доброе сердце сегодняшнего главного сказочного принца, ты, моя милочка, не должна пользоваться и злорадствовать над этим, потому что каждый твой приезд в нашу столицу сопровождается бурными пьянками в его дворце, непонятными сходками посторонних принцев. И если быть честной до конца, конечно, его сердце доброе, его сердце безотказное. Поэтому, ребята, ну вы вот как присутствующие друзья, скажите, мы непременно должны за вас выпить, потому что каждый из вас сыграл свою, хоть кто-то большую, кто-то маленькую роль. Ой, сори. Ой, ты хоря, хоря, налагай, сиди дома, не гуляй. Веди, ходи на тонкое, сопень на тебе свыкает. Аль, найти, аль, найти, он ты подшитый стайки. Аль, найти, аль, найти, он ты подшитый стайки. Это шашлычная, нет? Фина, сними мое платье. Это шашлычная, я помню. Дамы и господа. Фина, меня не приютят ни в каждой комнате. Все, команды «Голос» не было. Шавкам молчать. Вот вы знаете, впервые думаю, на дне рождения мальчика все-таки нужно поднять тост за тех красавиц, которые сидят сегодня в зале. Роскошные, дивные, удивительные. Выхожу, и они ж первые, как сука, овчарки, начинают лаять. Девочки, мои куколки, ягодки, бусинки, жемчужины несверленные. Какую бы мы сказку сегодня не устроили на этом празднике, вы всегда останетесь цветами нашей жизни. Вы всегда останетесь нашим украшением. Ну а что делать, девочки? У вас все-таки больше сил, больше терпения. И мальчики... А кто там лает? Моя что золотая. А она сегодня не королева. Она сегодня... А зачем? Все люди как люди, а ты королева. Ну и правильно, поэтому накатила 50 грамм за нашего именинника и пошла в разнос. Жизнь хороша и жизнь прекрасна, тем более сегодня такой праздник. Девочки, вас с праздником. Сегодня, благодаря дню рождения Александра, вы расцвели, каждая по-своему. Возьмите Мадонну. Была обыкновенной пидовкой, а стала настоящей богиней, королевой, звездой. А Мадонна выиграла... Мадонна, между прочим. А я знаю. Поэтому, Сашуль, пусть в твоей жизни побольше будет красивых женщин. Нет, я искренне говорю. Женщины всегда радуют глаз, делают нашу жизнь прекраснее и счастливее. Девочки, вы умеете задать тон, поэтому эта песня посвящается вам. Вы настоящие сегодня королевы, и главное здесь нет. Сашуль, с днем рождения!
боль. И что бы ни говорили, ты королева, которая имеет право ходить и направо, и налево, в хорошем смысле слова, а Петя как принц. Посмотри-ка, всегда встречать на тебя надо. Работаем на камеру, молодцы. Ну хватит, милый мой, все попусту без дела. Налью бокал вина, ведь я же королева. И выпью за любовь, которую за королева я имею право. Давайте аплодисменты, девочки, пучку, пучку, пучку. Нас должно быть много, фото на память. Я вам пойду налево, алё. Ну а что? Господи, главную трансгендершу забыли. Что кричать? Ура! Сиськи! Спасибо. В смысле? Чё, в смысле? Коромыслие. Не в тишине, а в аплодисментах провожаем, друзья мои, наших звезд и в любом сказочном королевстве. Вы ж понимаете. Есть место волшебству. Это не то волшебство, о котором подумал Максим Пакидов, за которое практически его чуть ли не посадили. Это другое волшебство. Это не 10 грамм в чужом кармане, а волшебство, магия. Я приглашаю на сцену нашего главного магистра, обладателя титула, лучший ученик Дэвида Куперфильда, под ваши аплодисменты, а иначе и быть... Да, все. А иначе и быть не может. Сейчас, подожди, у меня все сядут. Ну, Жаклин. Ну, потом ты, блядь, обижаешься. Что у меня начинается? Пожалуй, уменьшится, опять лютая миньечица. Что ты потеряла? Пока. Ты сейчас нужно будешь в фокусе. После этого магического обряда станешь девственницей. И твои рекламные ролики в Инстаграм возрастут до 600 рублей. Милая, ну хватит за 100 сниматься. Это же, знаешь, мой завистливый сарказм. Мне всегда землянский говорит. Бери, представляешь, мне пример тебе ставят, Жакла. Мне Саша говорит, бери пример Жаклин. Чего только она не рекламирует. Ничего, подождите, я тоже скоро научусь. Поэтому, друзья мои, сейчас самое главное волшебство сегодняшнего вечера. А оно должно быть, потому что мы с вами в сказке. И я приглашаю на сцену нашего главного придворного волшебника под ваши аплодисменты. Бусильда. Господи, наш новый член коллектива тоже здесь. Через 3 месяца вольется так, что, блядь, не поймете, кто есть, куда, зачем и почему. Да, ключевое слово член. А, ну понимаете, еще 3 месяца назад она об этом не вспоминала, а сейчас она об этом твердит каждые полчаса. Ты еще так и замуж выйдешь. У меня такой проклятый язык. Замуж выйдешь и будешь жить счастливо. Еще глядишь у... Еще глядишь, у моего бывшего сестренка появится. А чего? Вы знаете? Или папа. Какая-то дура. Аселька? Да, и да? А где мои 50 грамм? Налейте мне еще бокальчик. Сейчас дама будет всем сосать. Какой-то сумасшедший мальчик. 22 на 5. Нет, как всегда, когда говоришь волшебное слово, встречайте, самое главное
там же самый главный сюрприз сегодняшнего вечера, и сейчас вы все этого охуеете, вот там же случилось с проводами, поэтому... Но выпить не должна знать, Брянского или нет, царь, за тебя! Самое непредсказуемое и невероятное шоу начинается прямо сейчас. Встречайте, иллюзионист и шоумен Дмитрий Вольный. Давайте, друзья мои, ваши аплодисменты! Облик твой, Сашка, сорванец, голубоглазый удалец, веселый друг мой, забор вообще небесный, славный парень. Саша, ты помнишь наши встречи в Приморском парке? Саша, ты помнишь теплый вечер, весенний вечер, как что нам заведут? Нет, я чекрасно, нигде и никогда. Как много в жизни ласки, как незаметно бегут года. Где ж ты, милый мой, чудесный мыслью, веселый Саша, дружба наша, приятель мой? Помню тебе веселье в радости среди, ты помнишь наши встречи в Приморском парке на берегу. Подойду и обниму Сашу, тебя лукаво, Саша. Ты помнишь наши встречи в Приморском парке? Полезный отработанный материал. Шпагат. Полушпагат. Какой полушпагат? Шпагат. Наебщица, блядь. Один на твоих общий. Ты мне ничего не говори, один на твоих общий. Друзья мои, как ни крути, как ни верти, а ведь праздник продолжается. И если быть честным до конца, крошечка-хаврошечка, наша маленькая девочка потерялась в лабиринтах любви и страсти, но добралась до нашего праздника, как бы нам этого не хотелось. Под ваши аплодисменты, крошечка-хаврошечка!
беженка, примите ее, как говорится, накормите, спать уложите. Самый страшный день в году – это утренник в саду. Надо всем стишки учить, чтоб хоть что-то получить. Ха-ха-ха, вокруг елки хоровод. Ха-ха-ха, страшный праздник Новый год. Вчера или с утра собиралась детвора. Чушки, юбки, кофточки, белые колготочки. Ха-ха-ха, я снежинка, он медведь. Ха-ха-ха, а больше нечего надеть. Еще. Ленты яркие срываю и подарок открываю. Ха-ха-ха, подожди минуточку. Это что за шуточки? Азбука от А до Я. Кукла с бантом, где моя? Ха-ха-ха. Где сверхмутный самолет? Ха-ха-ха, где большой сиамский кот? Ха-ха-ха, где портфель капустной жарки? Где солдатики на танке? Я бы Зузу написал, чтоб он это все прислал. Ладно, ладно, Дед Мороз, не увидишь моих слез. Дядя Фокус-Покус может сделать тебя обратно маленькой, чтобы твоя дырочка была узенькой, сладкой. Что ты сказала, что ты меня позвала на программу? Жди меня. И вот моя сестра. Мы с одного детского дома. Из Ленинграда, с Ромашки. Крикну. А в ответ тишина, словно ты осталась одна. Вот кому такая дебилка нахуй нужна? Друзья мои, я прекрасно понимаю, что каждый из нас любит деньги. И наша... Олежа, а вы куда? Ну, кафу, ну-ка... Нет! Вы, пожалуйста. Да, салют. Будет после того, после... Сейчас будет номер. А потом, Кирилл, не баламуть народ. Последний корпоративный, ты работаешь. Вот Шлюха. Можешь ты что-нибудь сказать, два слова? Вот она благодарность, блядь. Ты вот так с Денисом. Ты воровка. Я колье положила туда, потом говорю, где мое колье? Ты говоришь, ты там не ложила, его вот здесь, но потому что ты перепрятала его. За кулисье. Ты иди отсюда, блядь. Это последний корпоративный, ты работаешь, овца и пан. Я овца. Чё ты сейчас шутишь, блядь? Ты мою колье спиздил. Иди, переодевайся, постоять, овца. Да она все пиздит, она все. Боже, скандал! Макс, иди, иди отсюда. Подожди. Я уже не знаю, что сказать. Мне все ждут, когда ты, мы с тобой прямую трансляцию сделаем. На меня? Да. Где бумажечка моя? Вырежу. Салют, пойдем смотреть? Да. Как салют, подожди. Сейчас мы знакомимся. А кто здесь? Мы же паузу делаем. Вот за... Да,
подожди минуточку. Ой, какой костюм знакомый! Да боли! Можно я его сниму? Я должен его снять! Боже, блядь, как похож, какой ужас. Подождите, только молния там другая. Да? По-моему, она вообще скрыта там. Я хуй знает, как он не мог. Боже, Ирина Александровна. Свят, свят, свят. Боже мой. А сколько у вас номеров-то, я могу понять? Я уже потерялся немного. А вы с Алю смотреть пойдете? В общем... Ты видел, куда я спрятал крылья? Я видел! Не видел! Иди виски принеси, блядь! Ну, Зар, пообещай трансляцию. Да, да, будет. Когда? Видишь, я уставшая! Ну, не сейчас! Височки принеси. Да, височки. Ощущение Саши, встречайте на сцене две кристальные тимы. Охуительные, поздравляем Сашу! Но я постараюсь приложить все усилия, чтобы вы полюбили меня навсегда. В утах путаются мысли. Я что, дохуя папите на телефон? Почему там часто медленный цвет? Или это не твой? Спасибо.
друзья мои, ваши аплодисменты. На сцене. Если одна мегазвезда, Люба Успенская, ушла с этой площадки поздравить нас Росатку. Какую песню мы сегодня еще не спели? Главный праздник. С днем рождения. Конечно, поэтому кто появляется? Ирина Олегова! Максим. Ирина Олегова! Тише. Не надо меня снимать. Спасибо, Инстаграм. Рада сегодня встречать такой праздник с вами, и поэтому я хочу так вот сразу вспомнить все те песни, которые нас так сблизили и сегодня привели в этот зал. Петь будем? Спасибо, Хизри! За этот подарок, Хиза, спасибо! А что сидим? Давайте. Группа «Кабинет»! Сегодня отмечаю день любви, который может быть. Помнишь ли ты, громко музыка звучала, без конца и без начала все подарили цветы. Это было как во сне. Свадебные цветы до сих пор живут во мне. Ну давайте, пошумим немного, ну! Первая любовь, последняя, нежная и пошлая, а теперь лишь прошлое, только отчество, гордость и терпение, робость, одиночество, совпадение. Кто сказал, что время лечит? Петь будем? Да! Я так не понимаю. Петь будем? Ребят, ну все-таки вечер сегодня у нас волшебный, сказочный, и сколько бы сегодня колдовства не было в этом зале, я предлагаю, что волшебству должно быть место. Он работает на 100%. Готовы? Петь, отойди! Раз. Петя! Ну, Петь, блин! Я все Петя, в порядке. Петя, мы снимаем, Петя! Не застрахованы? Мне же сказали, что все застрахованы. Ладно, все будет нормально. Готовы на счет 3 вместе со мной? Считаем. Раз, два... А ты не раз представляете, свадьба, пускаю лезвие, руки прям первым рядом отлетели там. Там вообще история такая смешная вышла, дурацкая. Девушки одну руку порезали, ну, намазали, оставили почему-то другие. Но они поменялись местами. Девочки очень похожи были, такие подвыпившие. Поэтому тоже там что-то не срослось. Вот, ключевой момент. Вы трезвые, я крем проверил. Вы руки те вставили? Те вставили руки. Ну, значит, все должно сработать. Готовы? На счет 3 вместе со мной, друзья. На счет 3. 1, 2, 3.
Итак, глубокий вдох. Да не вы, я. Так, 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 тихо, осторожно. Итак, лишние детали я уберу, они нам не нужны. Осторожно, возьмите за край лезвия свободными руками, да. И, да, вот, Тань, давайте так, возьмите за палец. Если сейчас вдруг сейчас вот рука оторвется, вы так весело махаете ей вот так вот в разные стороны, чтобы как бы было, ну, все-таки мы грустное настроение создавали, хорошо? Ну, если так, вдруг что-то пойдет не так, да? Хорошо, ладно, давайте тогда за вот эту верхнюю часть лезвия держите. И на счет три вместе со мной поднимайте. Раз, два, три. Поднимайте, и аплодисменты. Аплодисменты звучат, смотрите, все абсолютно целое. Руки целые, лезвие целое. Это означает, что все у нас срослось и все получилось. Давайте я вас освобожу с этой стороны. Аплодисменты девушкам, смелым моим помощницам. Ну вы просто волшебницы. Спасибо. Давайте, девчонки. Раз, два, три. Проверки звуки, как выносит на земле. Дайте, что рецепты в руки, показать на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, погадать на короля. Ой-ля-ля, ой-ля-ля, я-ха! Денежки люблю. Я схожу на берега. Я когда-то верила во что-то большее, чем чей-то гром. Опустила и взлетела выше к далеким берегам, вопреки шансам и острым волнам. Опустила и пропела: вы не мой капитан, а я. Слов. Не надо паники, это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь, снимаю, это мой последний день на Титанике. Нет, не надо слов, не надо паники, это мой последний день на Титанике. Я схожу на берега. Поем? Я сегодня до темна и пью чувства без льда. Я свободна, я жива. Я жива? Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Вот и вся любовь. Это мой последний день в акробатике. Нет, не надо слов, не надо паники. Это мой последний день на Титанике. Гуляли с нами до утра! Эй, 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 о, 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 о.
Ты моя.